Tasavvur qiling, xaridor sifatida yangi televizor xarid qildingiz. Tag'in ham 15 million so'mga. Tan olish kerak, deyarli hammada qimmatroq narxga olingan mahsulotga nisbatan ishonch yuqori bo'ladi. Hamkasblarimdan biri bundan 1 yil oldin O'zbekistondagi eng xaridorgir, insofli va adolatli sotuvchi maqomini olishga urinib kelayotgan Media Parkdan 15 million so'mga televizor xarid qilgan. Televizor bir yildan so'ng hunarini ko'rsatgach, aniqrog'i pultida muammo tug'ilgach, muammoni bartaraf etish maqsadida mahsulotni 2 yil davomida bepul tuzatib berish mas'uliyatini olgan servis markaziga murojaat qilingan. Barcha tomosha ana shundan so'ng boshlangan. Media Park unga ishonch bildirgan xaridorni aldab, noqonuniy tovar sotgan bo'lib chiqdi. Servis markaz xodimi bu televizor O'zbekistonga norasmiy tarzda olib kirilganligini ochiqladi. Kafolat talonga qo'yilgan muhr esa servis xizmatiga tegishli emas. Нам сервис обратился клиент, который приобрел телевизор и обратился за сервисным обслуживанием. Но в его ситуации мы вынуждены были ему отказать в гарантийном обслуживании, так как аппарат, который он приобрел в торгующей организации, он не является официальным для нашей страны. Аппарат был выпущен для и произведен в Венгрии и официально в нашу страну не завозился. В связи с этим мы не можем клиенту оказать услуги на бесплатной основе. То есть так как он купил телевизор Samsung и имеет право обслуживания гарантии в течение 2 лет, год сервисного обслуживания, год технического обслуживания, вот в этом мы клиенту отказываем, потому что аппарат не является официальным для нашего региона. И ремонт дальнейший ему предстоит только на платной основе. Аппарат был приобретен торгующей организацией «Медиапарк». Талон заполнили, соответственно, правильно, но поставили 2 печати, то есть одну печать поставили от торгующей организации, одну печать поставили, эта печать, она у нас ставится в основном на рынке Маляка, в магазинах, чтобы клиенты знали, что они купили официальный телевизор и могли обратиться в официальный сервисный центр, здесь также указан номер телефона. Не ваша печать, да? Это не наша печать. Это печать магазина, то есть уличного магазина, который вот на рынке магазин. А у торгующей организации должна быть своя печать юридическая, которую они должны ставить на тот талон, тот товар, который они продали. Ну, по закону, если торгующая организация продает, если крупная торгующая организация продает технику, то она должна ставить свою юридическую печать и не ставить какие-то другие печати. То есть только свою юридическую, чтобы клиент в дальнейшем мог прийти в сервисный центр, предоставить талон, предоставить договор или чек о покупке и уже быть уверенным на 100%, что он получит бесплатное сервисное обслуживание. Табиики Медиапарк масъуллари журналистга алоқага чиқиб, телевизор астида қонуний йўллар билан олиб кирилганлиги ҳақида хат ҳам ёзган. Аммо товар қандай йўл билан олиб кирилган бўлишидан қаттий назар, сервис хизмати кўрсатилмагач ноқонуний сотилган бўлиб қолавермайдими? Боиси истеъмолчилар ҳуқуқига оид қонунчиликка кўра харидорга бундай товарни сотиш қаттиян тақиқланади. Shuningdek, Samsung servis markazining Mirzo Ulug'bek hamda Yunusobod tumani filiallari ham televizor O'zbekiston bozori uchun noqonuniy ekanligini isbotlovchi akt ham taqdim etdi. Unda yozilishicha, ushbu televizorlar uchun servis xizmati taqdim etilmaydi. Media Park kompaniyasi televizor xaridori bo'lgan hamkasbimga yangi pultni tekin olish taklifini ham bergan. Jurnalist hamkasbimdagi kasb kasalligi esa bu adolatsizlik haqida jamoatchilikka hikoya qilib berishga undagan. Shu o'rinda biz barcha iste'molchilarni sotib olmoqchi bo'lgan mahsulotlarini sinchiklab tekshirish, uning kafolatli servis xizmatlari borligiga ishonch hosil qilgach, xarid qilishga chaqirib qolgan bo'lardik. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar esa mazkur holatni sinchkovlik bilan o'rganib, baho berilishini ta'minlaydi degan umiddamiz.